В США подтвержден новый случай заболевания лихорадкой Эбола. Смертельную болезнь обнаружили у врача Крейга Спенсера, который недавно вернулся из Гвинеи. Сейчас 33-летний медик находится в одной из больниц Манхэттена. Известно, что после возвращения из Африки, до того, как попасть в госпиталь, Спенсер ездил по городу и посетил боулинг. Полиция Нью-Йорка оцепила часть квартала, где проживал врач. Трое его близких друзей находятся на карантине, хотя симптомы Эбола у них отсутствуют. Мэр мегаполиса Билл де Блазио призвал жителей города не впадать в панику. Насколько нам известно, в непосредственном контакте с ним находилось небольшое количество людей. Эболой достаточно трудно заразиться. Нахождение в одном вагоне метро с заразившимся или проживание с таким человеком не ставит вас в опасность.